Доброе утро, добрый день. Может, у кого-то вечер, добрый вечер. У нас утро. Решила в качестве похвастушки заснять очередные свои обложечки на блокнотике. Я когда снимала, показывала похвастушку покупку с рынка с оптового, я их показывала, маленькие такие блокнотики. Я их купила, чтобы обшить обложечками и кому-то из клиентов по случаю подарить такие маленькие, приятненькие. Это я делала своей приятельнице на день рождения. Вот там кружево внутри. И вот это кружево, которое... Это здесь органзой покрыто все сверху. Такой сэндвич тоже получился. Эти обрезочки я оставила. Там я делала большой альбом для фотографий. Это будет мастер-класс, как я делала обложку. Возможно, я присоединю эти обложечки туда. Возможно, просто отдельно, как похвастушка. Поэтому, если кто-то захочет мастер-класс, то можно найти именно альбом для фотографий. Белый, красивый, нарядный. И там белое кружево и покрыто таким темным прозрачным кружевом с люрексом. Вот оно проглядывает. А это я уже из остатков сделала, но покрыла еще сверху органзой. Просто показать хочу, какие красивые, вот даже маленькие карманные. Ну или опять же для сумочки отрывные. Можно здесь сделать магнитик, прицепить. И тогда это можно цеплять на холодильник. И на холодильнике вот такая красота. Сюда можно любую картинку. Это вот хорошая идея, магниты у меня есть, можно будет в следующий раз заснять и показать мастер-класс с магнитами. И вот такой отрывной блокнотик. Но решила, что я сначала их сделала вечером, темно было, даже снимать было. Как бы мне так их покрасивее, такое ощущение, что очень темно снимает камера у меня. На улице пасмурно, вот стою возле окна, и вот такое освещение ярче не получается. Ну, поверьте, блокнотики очень красивые. Такие приятные, винтажные, приятные держать. И они так не мнутся. У меня на очереди теперь две обычные тетради. Такие тоже с пружинами перекидные. И там есть побольше вот такого размера блокнотик. Тоже я его обошью, тоже похвастаюсь, какая получится по красоте обложка. Подписывайтесь, заходите в гости. Всем пока!